Так, сейчас посмотрим, что же нам покажет Лера, как она делает фраппе. Так, Лерочка, покажи. Ага, сюда. Рассказывай, дорогая моя. Всем привет. Всем привет. Я вас люблю, целую. Так, давай, моя хорошая. Сейчас она будет для нас сделать фраппе. Но не для деток, потому что деткам кофе нельзя. Деткам мы с Несквиком делаем фраппе или с какао. А себе делаем с кофейком. Так, берет чашечку. Вот такая у нее фраппешница. Берет одну ложку специально. Вот такую вот. Да, да, да. Дальше. Это на два раза. То есть на два стакана. Дальше. Две ложечки растворимого кофе. Две ложечки сахара. Козье молоко. Мы пьем только козье молочко. Так, где-то по половинке. Половинку стакана. Такого специального. Пошло дело. Конечно, извините за шум, но без этого невозможно сделать фраппе. Так. Сколько примерно держать надо вот так вот? Минутки две. А, вот так вот 2-3 минутки, понятно. Ага, покажи. Можем еще сюда. Ух ты, класс! Смотрите, какая пеночка. Теперь разливаем. Вау, 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 вау. Прелесть. Спасибо, Лерочка. Ну, а теперь приятного аппетита нам. Вот такой кофе обычно по утрам мы пьем в жаркую погоду. Спасибо, Лерочка. Холодненькое молочко, главное. Да. Спасибо большое. Bye-bye. Угу.